что ли. Как бы там ни было, но сегодня была финальная игра Престиж Капа. Вот, вы в ней победили. Впечатление поделитесь, пожалуйста. Ну, впечатление всегда хорошее, когда побеждаешь, когда проигрываешь, не очень. Хочу поблагодарить команду, что собрались, выиграли этот кубок. Входим в сезон, это начало сезона, поэтому не расстраиваемся, что проиграли предыдущие игры. Ну, приятно выиграем. Спасибо организаторам турнира, что такую лигу создает. Я думаю, в этом году будет мощно и интересно. Вот. Ну, в сезон входим, все будет нормально. Но обыграли в эту команду обыграли чемпионов многократных, да, и да, серебряного, да, победителя, это золотого. Приятная вдвойне победа, когда обыграешь чемпиона и лиги, и владельца кубка. Но через две недели кубок открытия сезона, есть возможность там более качественный футзал показать. Будем готовиться, чтобы показать хороший результат в этом турнире.